За последние годы расширяется масштаб международного сотрудничества и в военной сфере. Свидетельством тому являются совместные учения военнослужащих специальных подразделений армии Узбекистана и Беларуси «Боевое содружество 2019». Свыше 20 военнослужащих белорусской армии под командованием полковника Олега Костромина прибыли военно-транспортным самолетом Ил-76МД белорусских ВВС в аэропорт Фергана. Еще до начала маневров их уже назвали беспрецедентными. Не столько масштаб, сколько сам факт проведения совместных учений важен, по мнению экспертов сферы. Это свидетельствует о дальнейшей консолидации двух стран в вопросах безопасности. Стартовавшие сегодня на полигоне Гурум-Сарай Восточного военного округа совместные учения «Боевое содружество 2019». Военнослужащих специальных подразделений армии Узбекистана и Беларуси определят на деле способность к взаимодействию, а также проверят навыки и профессионализм. Всесторонне развивающиеся дружеские отношения, взаимодействие и стратегическое партнерство двух государств на сегодняшний день показывают первоначальные результаты в сфере военного сотрудничества. Сегодня мы даем старт первым узбекским-белорусским совместным тактико-специальным учениям подразделения сил специальных операций «Боевое содружество 2019». Поздравляю всех участников учений с началом нашего мероприятия. Уверен, что данное учение послужит хорошим началом последующих взаимных мероприятий по совместным действиям подразделений сил специальных операций. Желаю выполнения всех поставленных задач на должном уровне. Маневры продлятся до 27 мая, в ходе которых военнослужащие двух стран отработают тактические и практические действия, продемонстрировав стабильную тенденцию к военному сотрудничеству, которое носит стратегический характер и будет развиваться, способствуя, как утверждают специалисты, укреплению исключительно системы безопасности.